пасов по борту, но здесь перекрывает борт и шайба в воротах. Патрик Торресен открывает счет сегодняшней встречи. Делает он это с передачи Ильи Ковальчука. 1-0. И вот бросок и шайба в воротах. 2-0. Гол в большинстве от Евгения Додонова. И первый раз пытаются вот по такой же схеме действовать питерские армейцы. И получилось. Похоже, ЦСКА сейчас все-таки получит командный штраф. Кто-то из игроков будет вынужден его отсидеть. Ну вот их любимая за воротами. Но вот так теперь решили разыграть и гол. Вадим Шипачев. 3-0. Снова гол в большинстве. Ну вот Панарин на Додонова, и снова шайба в воротах. 4-0. Опять гол в большинстве. И опять те же самые нападающие СКА разбираются с меньшинством соперников. Шайба в воротах. ЦСКА все-таки забил. Но вот наконец-то в большинстве получил возможность поиграть ЦСКА. И все то же самое. Первое звено, правда, без любимого, но с Маминым, своей возможностью пользуется. Счет становится 4-1. Последние секунды этого матча СКА одерживает победу со счетом 4-1. А это значит, что шоу must go on.